Всем привет! Сегодня по колесе фортуны выиграла автостопом по фазе сна. Не люблю, прям вот вообще ненавижу. Трек называется «Дискотека 90-х». Одна радость, что «Дискотека 90-х» наверняка мне должна зайти. Но судя по картинке, это точно не «Дискотека 90-х», а где-то 2022 года. Ну, давайте узнаем, про что там. Ну, раз выиграли, чё ж, надо слушать. Да, что-то прям навеяло. Дискотеку 90-х. А можно он не будет петь ничего? Просто послушаем музыку. Знаете, на кого похож сразу? На лозу. На лозу похож. Что-то взял с лозы. Знаете, что хочу сказать? Очень, хорошо, вот дискотека 90-х, да, и вот лоза, и много вот этого вот атмосферного, но очень одинаково все повторяется, вот 2-2,5 минуты, и ты прям чувствуешь, что уже устал, вот, потому что еще смысла, что там смысл внутри, он как-то запрятан, плохо слышится, и вообще, ну, там что-то про любовь. Ну, как-то вот смысл затерялся в музыке, и немножко ты начинаешь уставать от однотипности. Ну, к третьей минуте уже подходит. Давай что-нибудь измени конструкцию, музыкальную конструкцию. Давай, погнали. Не меняет ничего. Знаете, вот это вот одинаковое. Вначале это было интересно, но к четвертой минуте уже надоело. Вот когда он не поет, вообще хорошо. Сразу ничего тебе не мешает.
это... Ну вот, я как бы прокомментировала там внутри, да, но скажем так, что находка была, что в принципе получилось. Получилось, просто, возможно, не надо было так длинно. Итак, что мы имеем? Значит, дискотека 90-х удалась, 9 баллов за... Ой, господи, какой 9 баллов? 1 балл за... Что название совпало как бы со смыслом и даже атмосферой. Был изюм, 1 еще балл. А значит, что у нас со словами? Со словами было туго, вообще ничего не было понятно, ну, было чуть-чуть, 7 баллов, короче. Значит, за музыку поставлю 9 баллов, за атмосферу, вот я говорю, даже вот как-то он Лазу передал, 8 баллов. Итого у нас с вами получилось 26 баллов. Делим на 3, получается 8,7 баллов получило у нас. Даже так? Да, неожиданно. Лазу, говоришь, передал? О, да. Это который как-то... плоскоземельщик? Я не знаю, что... Ну, Юрий Лоза, который... Да, да, да. Он же верит в плоскую землю. Ну, неважно, во что он верит, он как-то вот передал ее. Вот. Но единственное, что вот было все-таки очень, очень длинно. Надо было как-то разнообразить. Поучись у Гунфлада, и все получится. Всем пока.